Слушай, а тебе это не померещилось с перепоя, а? Выпавшее стекло? Забродов, я не алкоголик, я нормальный человек. Ну ладно, а сколько таких случаев было? Первый раз я увидел ее 3 недели назад. Я возвращался ночью из города домой. И вдруг вижу ее. Она стояла на трассе. Стой! Назад! Стой! Где фонарь? Идиот, куда ты светишь? А потом уже дома она мне в окно постучала. Мне даже потом сердце болело. А раньше у меня никогда сердце не болело. А оно было раньше-то? Смешно, смешно, Забродов. Не было, вдруг раз и выросла. Послушай, если ты такой замечательный, если у тебя всегда было, я тебя умоляю, ну выслушай ты меня серьезно. Все, все, извини. Подожди, о чем я говорил? Ты говорил стекло. Стекло. Стекло, Забродов. Это уже убийство. Что случилось? Там, наверху! Там, там, там! Сволочь, ты где был? Здесь! Тварь, уйди от меня! Ты меня понял? Да там я был! Уйди! Уйдите все! Алло, скорая! Он сейчас в больнице. Налетел так меня! А где сейчас второй охранник? Я его выгнал, уволил к чертовой матери. А зачем? Я никому не верю, Забродов, никому. Он тоже мог быть замешан. Мог? Ну, в принципе, мог. А четвертый случай? Четвертый. Сегодня утром мне позвонили, и я опять услышал эту проклятую мелодию. Помочь не могу. Не мой профиль. Ты не можешь со мной говорить так, Забродов. Нет. Я же не сыщик, не следователь и даже не колдун. Да ты пойми, мне не нужны колдуны. Мне нужен друг. Этот друг я? Давай-ка я тебе лучше деньги верну.
Да, конечно. Какой же я тебе друг? Адвокатишка, да? Сынок партийного босса. Ты мне должен, полковник. Ты так думаешь? Да. Ну, поехали. Куда? Тебе? Я не поеду никуда. Куда? Не поеду никуда. Мы должны быстро решить твою проблему. Я умоляю тебя, я не хочу! А почему ты не уехал за границу, как тогда, а? Я не могу, у меня все дела здесь. Ну так и вопрос надо решать здесь. Не бегать от этого кошмара, а искать его. Где искать? Здесь, так сказать, на живца. Ну ты ж хотел друга? Так вот он я. Пойдем, пойдем, Ронни, пойдем посмотрим, кто... Ой, ой, Сергей Михайлович, и сямысис, не сдала, Сергей Михайлович, не сдала тебя сегодня. Все чисто сегодня, все служит, Рафатка, служит, все чисто, служит. Подожди, я не понял, Рафатка, а где менты? Завтра, завтра придут, на службу встанут, пост будут охранять. Майор Драник сказал завтра. А Рафатка, не боитесь здесь, провода, камеры ставить будут. И баба вообще перестал приходить, никакой бабы нет, Рафатка не страшна. Слушай, Забродов, что-то ты мне не нравится, блудливые глазки. Хорошо, стоят три камеры, а кто за ними смотрит? Сидеть. Слушай, я прошу тебя, спроси его, как полковник, вытряси из него все, я не верю ему. Простите, пожалуйста, это ваша каморка? Мой. Начальник, Рафатка в порядке, Рафатка служит. Все в порядке, начальник. Пройдемте. Пойдем, начальник. Гуляй, псина, пойдем, начальник. Рафатка служит, Рафатка. Заходи ко мне, заходи, начальник, заходи. Пойдем, Сергей Михайлович, пойдем с нами, Сергей Михайлович. Не кури здесь! Проходите, пожалуйста. Приятного аппетита. Здрасте. Ну, с такой компанией ему, конечно, ничего не страшно. Ах ты, гад ты, Рафатка. Ты притон здесь устроил? А ну, гони отсюда эту шваль! Пошел вон! Слышал, хозяин приказал! Вон пошел! Вон! Извини, Сергей Михайлович, меня Рафатка не ждала тебя! Вон проститутка, наркоманка пошла! Пошла отсюда вон все! Ты смотри, чуть ликер мой не выжрали! Ну, Рафатка, сволочь, я давно его подозревал! Да нет, твой Рафатка не похож на профессора Мориарти. На кого? Мориарти. А, смешно. Мориарти. Угощайся. Ты представляешь, какие мозги должны быть у этого человека, который придумал всю эту шутку? Смешная шуточка. Ты уж извини, я не смогу тебя караулить круглые сутки. Спасибо тебе за прямоту. Ты слишком быстро пьянеешь. Ложись лучше спать. А я не смогу сейчас уснуть. Я буду лежать, думать. А к утру, между прочим, я сойду с ума. Ну что ж, думай. Может быть, что-нибудь вспомнишь. Например, эту мелодию. Ответ-то где-то внутри тебя, понимаешь? Доброе утро. Привет.
чего? Я что, быстро оделась? Да нет, просто вспомнил, где мы. У тебя дома. Башка болит? Да нет, я не упивал вчера почти. А что я тебе говорила, помнишь? Про бабку в Брянске. Я же сказал, не поеду. Я тогда Анне Викторовне все расскажу. Ты что, сдурела, что ли? Я Ри мать разбудишь. Не смею впутывать, слышишь? А я всех путаю, всех путаю, всех. Я тебе тогда сам удавлю. Я не дам тебя Костю Савкина. А это еще посмотрим, кто кого. У тебя шансов нет. Он приговорил тебя заранее. Ты как узнала? Что? Что шансов нет? Про Савкина как узнала? Или про Жеку знаю. Что ты мне уши получишь? Ты ничего знать не должна. Кто тебе сказал? Ты что, дурак, что ли? Пусти! Тварь! Мама! Что такое? Вы что, кричите на весь дом? А, мы тут... Анна Викторовна, я зашла, вы еще спали. Да перестань ты. Завтракать будете? Не будем. А ты чего такой? Ну, я пойду, я к второй паре еще успею. Ну, жалко, ты голодный уходишь. Ничего. Мне с вами нужно поговорить. Я зайду вечером? Ну, конечно. Я всегда тебе рада. Тогда до вечера? Угу. Егор, ты где? Мам. Ты куда? Маюля часто приходила, пока сидел? Часто. Одна? Да нет, всегда с Мишей. Ну-ну. Ты что, к Мишке заревновал? Да подожди ты, не до тебя сейчас. Нет, стой. Я тебя не пущу. Ну, мам, что у вас? Мам, ну ты вечно не вовремя. Не до меня ему. Я тебе потом все объясню, отойди. Нет, ты по тюрьмам шляешься, а я не вовремя. Был бы отец, он бы врезал бы тебя. Ну, появился, вон какой здоровый. Потом объясню. Да ты так же сказал, когда вы тогда ночью пошли. Вы же человека чуть не убили. Что ты психуешь, а? Что тебе надо? А с тобой никакой отец не нужен. Иди. Катись куда хочешь. Ну иди! Жги, убивай! Ой. О, черный вестник. Тебе-то что надо? Черная метка. Тебя ждут на совете. Давай, с этим делом разберись. Завтра мне доложишь, и поздно мне не звони, я рано встаю. Ну, конечно, все, пока. Простите, товарищ майор, можно вас спросить? А вы в званиях разбираетесь? Разбираюсь. Редкий случай, с удовольствием вам помогу. Спасибо. Ну, может, не здесь, тут рядом шашлычная хорошая есть. Да нет, у меня вопрос маленький. Угу. Вы не подскажете, ну, как же мне найти капитана Колчина? Не знаю. Он здесь больше не служит. А зачем он вам? Понимаете, я мать Егора Дорохова. Ах, вот оно что. И не стыдно ему на глаза показаться. Ну-ну. Привет. Привет. А как ты нашел? Да я заезжал к вам. Не застал ни тебя, ни Егора. А, ну, что ж ты вчера не приехал? Так меня никто не приглашал. А без приглашения ты не можешь, да? Но ведь дом-то все-таки не мой, правда? А чего у тебя глаза красные? Да, ночь почти не спал. А?
Понятно. Да нет, я одного неврастенника успокаивал. Ну, конечно, это важнее. Главное сказать, что у меня есть сын, на меня похож. Да при чем тут да, это? Да, из тюрьмы ты вытащил. Теперь все, отделался. Ну, при чем? Ну, ты подумай, что говоришь. Да он сегодня встал. Ну, при встал, чем здесь это? Ну, он сегодня встал с утра как ненормальный. Ну, мне нахамил. Ну, Юле нахамил. Нашло время скандалить. Да, я всегда не вовремя. Простите? Да. Вы не подскажете, Колчин не выходил? Выходил. А как же он мимо меня прошел? Вы знаете, пока еще нет. Как это? Ну, вы догадаетесь? А, понятно. То есть вы и есть Колчин? Да, я. Ну, к сожалению, я уже здесь не работаю, только что дела сдал. Вы понимаете, я вам звонила на мобильный, но он не отвечал. К сожалению, мобильный у меня разрядился. Что у вас? Мы... Родители мы. Егора Дорохова. Машина ваша? Его. Ну да, я так и думал. Да нет же, Василий Андреевич, мы сами хотим понять, что там случилось. Голову мне проломили железной палкой. Простите, может быть, вам деньги нужны на лечение? Не сомневаюсь, что у вас очень большие возможности. Да нет же, мы хотим понять, что с сыном происходит. Я вам объясню, что происходит. Вашего сына отпустили, я знаю. И кто у него адвокат был, я тоже знаю. Вы думаете, для вас на этом все закончится? Нет, но мы пришли потому, ну да, что... чтобы грехи замаливать. Нет, мы просто хотим понять, каким образом наш сын попал в эту ситуацию. Так да. Вы не у меня ответы ищите. Вы с виду вроде люди приличные, обеспеченные, а там все парни из бедных семей. Вы разберитесь, что у вас в семье-то происходит. Или думаете, прокурора купили, всех подмазали и довольны? Для вас все только начинается. Да нет, вы не понимаете. Мы извините, же как раз... Извините меня. Мне некогда. Я считаю, что это запоздалый и ненужный разговор. К сожалению, мне вам больше добавить нечего. Но я сюда еще вернусь. Я вернусь. Всего хорошего. Ну что? Его можно понять. Ты совершенно не умеешь разговаривать с людьми. Да ладно. Скажи лучше, где мне Егор найти? А? Не знаю. Сергей Михайлович, а почему вы на ночь от охраны отказались? Что? Почему вы на ночь от охраны отказались? Ну, так надо. А зачем вам днем охрана? У вас же сторож есть. Рафатка? Ну, этот идиот теперь всего боится, после того, как я весь Шалманов дружков дебилов разогнал. Хорош сторож. Да, мрачное наследие жены. Черт. Что-то не так? В конце 70-х или в начале 80-х была такая песня. Может, помните? Черт. Где... Где, в доме, где резной палисад. Сибры. Песниры — это конец 70-х. Нет, это совсем не то. А вот эту песню я с детства помню. Как всегда ты до ночи стояла со мной, как всегда было этого мало, как всегда позвала тебя мама домой, я метнулся к вокзалу. Иван Семенович. Да? Мы с вами обо всем договорились? Ну, конечно. Все будет в норме. Район теперь тихий, никаких эксцессов. Я на вас надеюсь. Ну, конечно. Внимание! Разобрались по парам. Жесткий спарринг. 10 минут. 10 секунд, смена партнера. Щегол, ты на секундомер.
Ты со мной. Начали! Ты откуда? А я опоздал. Ты еще не готов. Ты еще не в форме. Мне дали черную метку. Я по закону не могу вызвать тебя в круг. А здесь попробую. Тебе так хочется меня сломать? Тебе давно пора сломать. Я сам пойду. Все, успокойся. Как-то некрасиво получилось. Минотавр. Ты кто такой? Мы посторонних в зал не пускаем. Я отец Егора. Вы тот самый полковник. Да Минотавр это так, для пацанов. Много слышал, очень рад. Как же так? Вы старший, вы тренер, а пацан 2 месяца в тюрьме отсидел. Не спортивно, согласен. Но я не виноват. Он сам предложил разобраться таким способом, а я не могу быть битым перед воспитанниками. Вы же бывший командир, должны понимать. А у вас что, личный конфликт? К сожалению. Из-за девушки? Глупая ситуация. О, государь Макиавелли? Да. Как видите, не только ногами махаем. Это очень плохой перевод, не рекомендую. И не махаем, а машем. Да. А вы еще и в литературе разбираетесь. Разбираемся. Извините. Не сдержал эмоций, но с вами такое тоже случалось. В смысле? Ну, вы воспитанный человек, а руки мне не подали. Я был неправ. А, кстати, а не хотите тряхнуть стариной? Я думаю, мы еще успеем.
Давай. Счастливо. Егор, постой! Егор, ну что ты убегаешь? Да от тебя убежишь. Че ты сзал приперся? Тебя искал, мать там с ума сходит. Да она всю жизнь с ума сходит. Так, а ну-ка, стой! Мне в тюрьме лучше было. У тебя прав на меня нет. Грехи замаливаешь. Иди перед матерью замаливай. Она всю жизнь несчастна из-за тебя. Теперь вот еще из-за меня. Ты только не бросай ее потом. Это когда потом? Потом, значит, потом. Егор, постой. Отстань. Постой, давай поговорим. Егор, подожди. Хочешь, я помогу тебе победить его, а? Кого? Ну, Минотавра вашего, этого, Миню. Ты? Ну да, я, понимаешь, когда-то спецназ МВД тренировал по системе БАРС. БАРС? Ну? Ну-ка, встань. Ну, давай. И что за система? Да обычная боевая армейская система. А, слышал. Да ты же не слабее его. Просто тактику нужно подтянуть. А вообще у вас довольно приличный уровень, даже не ожидал. Еще бы. Ну так что? Нет. Что нет? Был шанс, теперь все поздно. Да почему поздно-то? Ты только мать не бросай, ты обещал. Значит так, Егор, я тебя сейчас скручу и к матери домой отнесу. Давай. Ты что? Ты что? С тактикой все нормально, Папан. Ты что, отца, что ли? Ну, погоди. Молокосос, а? Все из-за Юли? Не уверен. Тут что-то другое. Миня-то, кстати говоря, жутковатый тип оказался. Да ты что, Миша? Да в том-то и дело, что не Миша, не Миня, а Минотавр, о как. В общем так, Сань, спасибо. Я ночью буду здесь недалеко. Так что, если Егор не придет ночевать, ты обязательно позвони мне. А он сказал, не придет? Ну, я надеюсь, что ночью ничего не случится. Кстати, куда он может еще пойти? Ну, у него есть еще школьный друг, Ильдор. Ну, и Юля, конечно. Да, главное ведь ни из кого слова не вытянешь. Аня Забродова, ты тут? Да иду уже. Да нет, там тебя еще один мужчина интересный спрашивает. Сюда позови. Василий Андреевич. Здрасте. Я, конечно, извиняюсь. Вот тебе раз. Какими судьбами? Понимаете, господа родители, у меня в душе гвоздик торчал. В общем, я его сейчас вынул и к вам пришел. Я вообще не понимаю, у вас такая крутая машина, и вы здесь работаете? Ну, это у нас машина в одной семье, а такая работа в другой. Да. Да, ну ладно. В общем, я не за этим пришел. Телефон мобильный зарядил. Так. И сразу посмотрел, куда я звонил последний раз. А после того, как меня стукнули, я ведь звонить не мог. Видите? Последний звонок. 03. Скорую вызывали. И время, и дата, понимаете? Простите, а вы тогда без сознания были, да? Правильно. И звонить-то я никуда не мог. А со мной только ваш сын был. Это он скорую вызвал. Но когда патрульные приехали, он телефон выбросил. То есть он был с ними. Да это он меня спас. Ну вот, я знала. Я знала. Ой. Ну, теперь мы все знаем. В общем, следователю я как положено доложу. Ну, спасибо. Наверное, вы очень хороший человек. Ну так плохому-то по голове не дадут, наверное. Кстати, вы меня до станции не подбросьте, а то, честно говоря, с непривычки ноги устали. Ну, конечно, конечно, с удовольствием. Все, Аня, мы побежали. Всего хорошего. Прошу вас. Всего хорошего. Я думаю, что вашей жене, матери Егора, эту информацию знать не стоит. Да-да, я это понял. Вы что-нибудь слышали о кентаврах? Ну, не древнегреческих, а наших, нахабинских. Так вот, когда посадили грека, все решили, что банда распалась. А весной один из них, Константин Савкин, попал в аварию на мотоцикле. И мы совершенно случайно обнаружили кокаин. С испугу он стал давать показания и сказал, что кентавры теперь не дерутся, не грабят палатки, потому что торгуют кокаином. Работают сторожами, дворниками, ходят в казино, катаются на иномарках. Савкин потом был отпущен почему-то. Протоколы исчезли, а он пропал без вести. Был потом еще паренек Жека. Он давал показания на суде против грека, так? Из района Жека переехал. Но у его родителей сгорел дом. Мать в огне погибла.
И ты думаешь, что все это дело пацанов? Ну, если бы я ошибался, я бы в больницу не попал. Кентавры убивают свидетелей и предателей. А если те исчезают, то их близких. И лидер теперь у них новый. Более жестокий и хитрый, чем грек. Кличка у него – Минотавр. Все знают, кто он такой, но его никто не трогает. А покрывают его мои коллеги. Доверие тебе оказано. Сколько здесь? На 500 штук. Шеф хочет проверить, потянешь ли такой вес или нет. Потяну. Какой контракт? Тот же, те же условия. Местным ни грамма. На руках ни у кого ни пылинки. Умеем, не волнуйтесь. И смотри, чтобы тебе чердак от бабок не снесло. Мне? Для меня деньги не главное. А что главное? Чтобы их было много? Миша, запомни, если влипнешь, дело такое, шеф закроет тебя навечно и меня заодно. Вместе веселее, Павел Саныч. Заткнись! Если твои полулошади облажаются, лучше сам удавись. Лишние слова. Не лишние. С Колчин фраернулись. Прокола не было. Тему закрыли. А кто фраернулся, разберемся. Как раз об этом на пасышок. Шеф сказал никого не трогать. Это как? Пацана не трогать. Нет. Что нет? У нас свои законы. Ты не понял. Шеф сказал, точка не обсуждается. Это шеф не понял. Стой! А ты не перегнул, парень? Мы кентавры. А кентавров никто не пасет. Так и передай шефу. Если он согласен, я заберу товар. Делай, что хочешь. Только смотри, шефу это не понравится. Ему понравится поллимона. Так что сегодня ночью кое-кто исчезнет. Прими к сведению, начальник. Засранец. Тебя кто сюда звал? Что там? Ставит по 10 баксов. Придет или нет? Придет. Раз от меня и от матери прячется. Может, принесет? За что его, а? Мини все решил, я тебе говорю. Из-за тебя, что ли? Нет. Если к 10 не вернется, я расскажу все Анне Викторовне. Ты понимаешь, что тогда? И тебя, и тетяню всех кончат. Струсил! Иди стукни вашему фюреру. Дура сама же с ним путалась, вот Гарик и запсиховал. Да пошел ты! Эй, бешеная! Я с вами. Ну, наконец-то. Я уже не верил, что ты приедешь. Но я же обещал. Проходи. Колдует, я точно говорю, колдует, гад. Тихо, 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 тихо. Вечерняя мусульманская молитва. Только... Ладно, давай отойдем, неудобно. Все-таки таинство. Слушай, Забродов, может мне выгнать его? Да нет, не надо. Пошли. Я даже перебрал своих самых трудных клиентов. Это могла быть только Тамарка, хотя вряд ли. Тамарка, это кто? Моя экс-жена. Хочет оттяпать у меня половину. Но сама знает, что через суд я ее сделаю. Что, хочет отобрать этот дом? Да при чем здесь дом? У меня все-таки недвижимость в Испании, Торонто.
Ну, а зачем твоей жене такие сложности? Могла бы киллера нанять. Я очень умный адвокат. И если со мной, не дай бог, что-нибудь случится, ей тогда вообще ни черта не видать. А-а-а. Ты чем бьешь? Мы с тобой не в дурака играем. О, Господи, извини. Ты не помнишь, конец 70-х, начало 80-х, песня такая была. Еще целый диск выпустили. Что? О, черт, там что-то... Река... Ой, нет, в башке только одно сидит. Саратов на Волге, Ростов-на-Дону. Гляжу я на многих, а вижу одну. Да. Ты расслабься, расслабься. Как только расслабишься, сразу вспомнишь эту мелодию. Знаешь, у меня друг был в студенчестве. Правда, недолго, всего один семестр. Со мной же никто никогда не общался. Ведь кто я? Золотая молодежь. Папаша. Обкомовский босс. А почему ты вдруг его вспомнил? Не знаю. Наверное, мне с ним было так же спокойно, как с тобой. Вот оболтус. Пили вместе, дрались. Эх, Забродов, если бы ты видел девчонок, которых он приводил. Куда же он делся? Кокс его погубил. Что? Кокаин. Раз попробовал и... сгинул в омуте. Я вижу, тебе это неинтересно, да? Да нет, почему? Нет, ну скажи честно. Я же вижу, сидишь как на иголках, смотришь на часы. Что, с сыном опять проблемы? Хочешь откровенно? Давай. Понимаешь, мне должны позвонить. Я, вероятно, должен буду уехать. Так, здрасте. Это ты замечательно придумал. Ты что, не мог мне раньше сказать? Я бы хоть в Москве остался. Да я сам слишком поздно узнал. Черт. Ну, извини, я... Да-да, я все понимаю. Баба пришел! Сергей Михайлович! Баба! Там баба! Баба! Там баба пришел, Сергей что Михайлович! Случилось? Баба пришел! Сам баба пришел! Да нет, какая же это баба? Это очень красивая девушка. И еще один очень хороший человек. Извини, мне пора. У кого-то акулы, волки, быки, фауна дикая. У нас кентавр сильнее зверя, умнее человека. Мы собрались когда-то для того, чтобы нас не били, а чтобы мы били других. Любой шкет, если он носит это, может прийти один, куда угодно, и ни одна тёлка ему не откажет. Но нам этого не нужно. Мы больше не шайка и не банда. Мы братство. Нужно кормить наши семьи, дать нашим детям достойную жизнь, не бросать наших стариков. И мы, кентавры, сделаем это. Мы выживем не потому, что мы сильны, хотя мы сильны, а потому, что мы держим слово, не щадим врагов, не бросаем своих и беспощадных предателям. Так завещал нам великий грек. У нас нет хозяев. Хозяева хотят, чтобы мы всю жизнь смотрели, как по Рублевке рассекают мерседесы, и нищие дохли от водки и наркоты. Черт нас два! Мы кентавры, у нас свои законы. Мы не пьем,
и не колемся! И сами толкаем этим ублюдкам белую пыль! Ну! Столько у нас еще не было. Если толкнем все это, не сбавляя цены, потом будет еще больше. И через год-два будете скупать халупы на Николиной горе. Но если мы решили идти дальше, то каждый из нас должен быть чистым друг перед другом. Далеко не ускачем, если хоть одна полулошадь будет хромать. Наш брат получил черную метку. И сейчас он даст ответ совету. Спрашивайте. В чем его вина, Миня? А может, и ни в чем. Ну, у нас есть вопросы, брат. Мы спросим, и он нам ответит, и мы все решим. Казбек, ты хотел спросить? Да. Тебя послали капитана добить. Почему не сделал? Я не успел. Двор перепутал. А когда нашел, менты подскочили. Правду говорит. И темно там было. Дворы все одинаковые. Что, больше нет вопросов? 2 месяца его прессовали. Он никого не сдал. Он чист. Точно. И никого не сдал. Да, 2 месяца. Его прессовали. И он никого не сдал. Снимаю черную метку. И все? Ну и что тогда огород городили? Совет справедлив. За 2 месяца на Киче 5 тонн ему отгружаю от братства. Это правильно. Не надо мне твоих денег. Ты что? Это из общака. Бери, Егор. Нет черной метки. Все слышали. Нет. Возьми деньги. Тогда по обычаю. Я вызываю тебя. Вызов принят. Только ты должен сказать, не согласен с вожаком. Сам хочу стать во главе братства. Я ничего не хочу. Но ты, брат мой, лез к моей девушке. А это значит, козел ты, а не кентавр. Докажешь на следующем совете. А теперь вернись к братьям. Мы еще не кончили. Нет проблем. Любой может бросить вызов первому брату, а потом ответить за свои слова в этом круге. Но мы еще не дожали тему. Знаете почему? Капитан не сдох. Нет, почему? Почему наш брат оказался в милиции? Ну, почему? Потому что падла!
вызвала скорую. А те свистнули мента. И падла, это один из нас. Кто? Говори, если знаешь. Не будет ни вопросов, ни черной метки. И эта ночь не закончится так скоро. Потому что я знаю, кто это. Кто? Ну, говори, раз знаешь. Взять его. Я? Мужики, вы что? Я не звонил. Не, ну же, я не звонил. Миня! Миня, ну скажи им, братьев не я. Я когда не мог. Ну, все ясно. Я не звонил. Мы просто я делаем это. Я бы не успел. Все? Отпустите. Почему вы мне не верите? Миня, ты же меня знаешь. Не звонил я. Ну же, ну. Вы же знаете, я не мог. Это не я. Давай. Стойте. Это не он. Громче. Громче! Это я звонил. Я вызвал скорую и ментов. Ну? Кому еще нужны доказательства? Убегает река, берега лихолетье, и в воде небеса, переплавленные в сталь, убегает туда, где прощается ветер, и светит луна, луна как медаль. Я отдал эту жизнь, всю за строчку в газете, мол, геройски прожил, не жалел свою кровь, а я лишь ушел, ушел на рассвете туда, где встречает любовь. Растопчут рассвет, он останется тлеть. Какая досада, душевные боли. Мне надо туда, но боюсь не успеть.